Как тебе нравятся гидропонические помидорки? Да. Покажи их. Ты петрушечку срываешь? Будет салатик. Будет салатик? Да. Вон, сорви, еще там перец дальше есть. Вот на той дальней стороне есть перец. Или вот, или вот этот, срывают этот маленький. А, можно вот этот? Да. Ох. Теперь салат ты дома... получится. А куда мне их отложить? Только сюда вот положи. Положи, да. И дома сделаешь салат. Салат. Ну, а в общем мы приступаем. Белый огурец. Ангел. Да, огурец. Белый ангел, ну что-то о, он совсем не белый. О, белый маленький огуречек. Огуречек, да. Маленький. Помидоры. Московские. А, вот это я не помню, что это до сих пор растет. Но что-то хорошее такое интересное. Прикольно. Нет, не... Что, отвалилось? Да, отвалилось. Тихо, тихо, тихо. Тихо, не раздавите. А вот снегирек. Снегирек завязывается. Ой, ну плохо, у нас сейчас пошли дожди, температура упала, солнца нету. Ирина, иди сюда. И температура воды 17 сюда, градусов, ага. Температура воздуха 17 градусов, а нет, 16,4. О, кстати, да, вот это хорошая идея. А, дождь, дождь. Тихо, не подходи. В общем, так вот у нас все растет, ждем. Точнее, мы не ждем, но посмотрим, как получится ли у нас все вырастет до первых холодов. Надеюсь, что у нас все эти помидоры зацветут. Все, до новых встреч. Да, Карина? Передавай. Скажи, ставьте пальчики вверх, ставьте лайки. Ставьте лайки и подписывайтесь на Гидропонику. Пока-пока.